секунд, я буду стоять. В Индии, чтобы увидеть диких свиней, не обязательно идти в джунгли. Их можно увидеть на улицах города. Хотя сначала мы подумали, что это обычные домашние свиньи, которые просто гуляют по улицам. Но эти свиньи дикие, они рождаются, вырастают, размножаются и умирают прямо на улицах города. Индусы не против их, потому что они питаются мусором и перерабатывают его в естественные отходы. Поэтому их здесь называют санитарами города. Помощники коммунальных служб города. Ходячие заводы по переработке мусора из отходов в натуральные удобрения.